Привет всем, я Кингсли Коллинз. До того, как я приехал в Россию, я слышал много-много вещей, которые русские люди думают об Африке. Но когда я приехал, я решил, что сделать эксперимент, чтобы знать, если это правильно или нет. Прежде чем мы начнем, я хочу спросить вас, простить меня, если я сделал ошибку, ошибки, потому что еще изучаю русский. Давай, пойдем. Чтобы знать мнение людей, я переписывался с людьми в Тиндере. Я слышал, я уверен, что вы уже слышали об Тиндер. Я тоже использовал ВК. И даже я ходил в клуб, русский клуб, да, где мой друг работает. Это очень-очень-очень красивый клуб. Хорошая музыка. Я познакомился с девушками в клубе. И задавал вопросы. Одна из них сказала, что в школе она слышала, что в Африке у нас нет воды. Я не знаю, откуда это взялось. Может быть, это верно в некоторых странах в Африке. Может быть. Но для большинства стран в Африке у нас так много воды. Вода, да. У нас даже есть много водопадов, который я рекомендую вам посетить. Много-много. Они очень-очень-очень красивые. Кроме того, некоторые люди думают, что Африка – это страна. Может быть, это потому, что Россия, да, это большая страна, но я понимаю. Но Африка это континент, да. У нас есть разные страны в Африке. У нас есть Нигерия, Камерун, Гвинея. Гана, много-много стран в Африке. Однажды мой друг спросил меня, что как мы живем в Африке. Возможно, мы не так продвинуты, как ты, как вы, но мы живем как ты, как вы, да? У нас есть телевизор, и у нас есть телефон и интернет дома, самолет. Да, как вы. Одна важная вещь – это что они думают, что африканские люди не хотят разговаривать с вами. Это неправда, потому что мы хотим, но не понимаем языка. Мы не знаем, что нам нужно сказать. Не бойтесь поговорить с африканцем. Он или она будет ответить. У меня появились много друзей, которые возили меня на такси. Да. Спасибо, это все я заметил на данный момент. Пожалуйста, коммент, я забыл слово.
Комьянца, если у вас есть вопрос об Африке, об африканских людях, спасибо. До свидания. Пока.